Российский фестиваль «Льняная палитра» пройдет с 11 по 13 июля в Плёсе. Стоит отметить, что это единственный летний фестиваль мод, который сохранился в нашей стране. Прекратили свое существование Вологодский фестиваль льна и сочинские бархатные сезоны. Основные мероприятия развернутся в субботу на следующей неделе. 12 июля начнет свою работу Петровская ярмарка. Там традиционно будут представлены товары народного художественного промысла. Утром на торговой площади пройдет показ детских театров мод. В 14:00 взрослые коллекции в рамках фестиваля. Финальный шоу-показ вечером в 21:00. География льняной палитры в этом году особенно широка. Будут представлены российские дизайнеры, три коллекции везет Прибалтика, готовится к фестивалю Армения, Латвия, приедет и Украина, если выпустят из Донецка. Новые номинации этого года – «Максимода». На подиум выйдут манекенщицы от 52 размера и более. Я сама готовлю сегодня уже в течение 3 месяцев новое агентство из женщин. Женщин размера «Макси» – это 52 и выше размер. Сегодня уже одна из наших старейших, ну не по возрасту, а по опыту работы на рынке, Татьяна Савосина делает коллекцию, именно на женщин большого размера. Мне кажется, это вызовет восторг и у зрителей, и у совета профессионалов,